Ну а перед началом хочу порекомендовать вам канал Stitch. Он, конечно, давно не был на YouTube, но он мне говорил, что скоро продолжит снимать. Снимает он или годный контент. И стримы у него тоже очень годные. Всем привет, с вами как всегда Инк. И сегодня я вам расскажу, как из видео сделать MP3 музыку. Ну, не совсем музыку, просто вы извлечете MP3 из видео. То есть у вас появится музыка из видео, но сама картинка не будет. Ну, я думаю, вы сами все понимаете. Не будем медлить. Вот, заходим в эту программу. Скачать ее можно в Play Market. Сейчас, если ее найду. Вот она у меня. Только здесь есть VIP. То есть, здесь есть VIP платный. Я как же я это ненавижу, когда я VIP. У вас будет, конечно, другая версия, если вы с Play Market скачаете, но у меня есть более старая версия, но она в зоне. Я оставлю мне ссылку, если найду тот сайт, с которой я скачивал. Но не надейтесь, что я все-таки его найду. Вы, конечно, сами можете в Гугле поискать такое же приложение. Но на Play Market ссылку я точно вам оставлю. Поэтому не переживайте. Заходим в программу. Видео в аудио. Ну вот у меня здесь много этих видео. Давайте, например, даже не знаю. Выберем Tokyo Opening. Вот у нас есть формат. У вас будет больше форматов, потому что у вас более новая версия будет, наверное. Возможно, кстати, я для вас специально откопаю более новую версию взломки. Пока что еще не знаю. Вот у меня есть MP3, AAC быстро. Я выбираю MP3, мне так удобнее. Вот KBS здесь можно быть. Я всегда 320 выбираю для более качественного звука. Ну, то есть это качество вашего звука. 32 KBS будет слушаться, в принципе, как звук с толчка. Поэтому, ну, 320 KBS или 256 или 320 KBS это уже норм. Ну, если у вас совсем телефон не тянет, ну, 128 хотя бы. Хотя здесь, опять же, что может не тянуть? Просто в зависимости от вашего устройства будет загрузка либо долго, недолго. Преобразовать нажимаем. А, подождите. Я не показал еще несколько. Дополнительно здесь есть. Частота. Я частоту всегда не настраивал. Мне нравится то, что автоматически уже построены здесь. И вот здесь можно играть вот такую вот. То есть у меня по стандарту здесь стоит 4100 Гц. Канал стерео, вы можете моно выбрать, я стерео всегда выбираю. Усиление. Я его выключаю, но если вам нужно, вы усиление можете включить. Затухание. Затухание это когда под конец будет немного звук уменьшаться. Вы здесь можете выбрать, то есть за сколько секунд он будет уменьшаться. То есть, к примеру, я поставлю 10 секунд, да? И вот у меня вот он на 36. Получается, он у меня на 30. Вот где-то вот здесь вот, вроде бы. Да, вот здесь вот на 26 он начинает у меня снижаться, да? Усиление это также почти только наоборот, то есть он будет усиляться звук здесь за сколько там секунд. То есть, так сказать, брать разгон музыки. Громкость 100, но вы можете аж 300 сделать. И да, здесь я вспомню одну шутку. Битрейт, ну все, изменить тег можно. То есть это название, исполнитель, альбом, жанр, обложка.
То есть, что хотите, то убирайте. Я это вообще не трогаю. Обрезать можно здесь видео ваше. Ну, в принципе, я это ничего не трогаю. Только формат, битрейт, название меняют, дополнительное затухание делаю. Все. Нажимайте кнопку преобразовать. Ждем. Фоновая конвертация. Вы можете, если нажмете, вы можете выйти из программы, и у вас спокойно там фоне 3 секунды стоит. Не знаю, как оно выбралось, скорее всего, это уже видео было. Ну вот, так вот, программа действительно крутая, по крайней мере, я именно такую искал. Программа очень крутая. Если хотите, напишите, какой вы программой пользуетесь, чтобы извлечь из видео музыку. Ну, а с вами был Инк. Всем пока-пока.